В 2019 году я отдыхала на острове Крит в городе Херсонесис. Достопримечательностей в городе было немного, но меня привлек этнографический музей под открытым небом Лихностасис, который в переводе означает «светильник». Музей расположен на окраине города, у самого моря. Там же есть бесплатный аквапарк, очень хороший. Относительно небольшая территория этого известного критского музея освещает традиционную жизнь греческого острова со всеми ее прелестями и изюминками. Наши русские родные. Участок земли был выбран и куплен специально для открытия музея профессором Георгасом Маркакисом, который вместе со всеми членами своей семьи обустраивал этот уютный дом почти 7 лет. Лихностасис демонстрирует всю прошлую жизнь региона. Критский быт, досуг, все то, чем жили местные люди в течение прошлого века. Здание музея было возведено при помощи активистов-добровольцев с использованием только местного сырья, без применения техники. Можно сказать, что Лихностасис – это ручная работа. Однако он интересен своим посетителям не только главным зданием музея. У самой кромки моря стоит уникальная старинная мельница, привезенная с Платтера-Сити. Она расписана стихами влюбленного в свою жену хозяина. Это место не является музеем в привычном понимании человека. Это скорее комплекс небольших экспозиций, каждая из которых посвящена какому-то интересному событию или периоду. Часть из них находится в помещении, а часть расположена под открытым небом. На территории Лихностасиса есть также небольшая часовенка, мельница, хижина, в которой когда-то проживал пастух с семьей, маленький огород с различными лечебными травами, гумна, традиционный пресс для отжима масла, винодельня, базика, мастерские с предельными и ткацкими станками, школьных газ. Это сад музея. Это печь, которая отапливается дровами. А это самогонный аппарат для изготовления раки. Раки – это местная водка. Это пресс для трав. Какая-то ветряная мельница. Какая-то гумно. Старая школа. Сад с кактусами. Правда, кактусы уже все пожелтели. Выставка критских геологических пород. Это сад душистых растений. Очень вкусно
пахнут. Мы здесь и пляж рядом.